Всем хрю, с вами Био Харю. Всем здорово, тупо, микрофон Фикс. Попрошу внимания, уже не король Фикс, потому что мы в прошлом ролике немножко плохо справились и, в общем, выбрали левого чувака. И сегодня мы продолжаем защищать наш замок от орды зомби, которые так и хотят проникнуть внутрь и заразить всех нас зомби-вирусом. Да, и они, кстати, уже ломятся. Как мы видим, у нас будет три, видимо, двери, пока что ломятся только в одну. Оу, три двери! Это гораздо больше, чем в прошлых роликах. Знаешь, что я предлагаю? Давай мы сейчас будем мешать войско Погоди. И ловушки. Да-да-да-да-да-да-да. Мы же выстроили тактику. Паладины, лучники. Ловушки-то нам вообще не нужны. Но, да, ловушки вообще не нужны. Слушай, ну это же прикольно. У нас есть свои войска. Они защищают очень хорошо. Поэтому, тем более путей тут очень много, поэтому предлагаю расставить просто лучников для начала. А там мы уже мелких сами добьем. Хорошо, давай сюда поставим паладинов, а вот сюда поставим, может быть, лучников. Слушай, идея хорошая, но отсюда тоже будут идти. Я предлагаю поставить просто вот здесь лучников. А вот тут паладинов. Да что ты так хочешь ставить паладинов? Ладно, ладно, давай, тогда я занимаюсь отрядами лучников, ты отрядами паладинов. Как-нибудь так и сойдемся. Ну, паладины очень сильные. Ну, куда ты столько лучников-то доставил? У нас всего два рыцаря. Нам нужны лучники, кабан. Поехали. Так, заряжаю свой молот и уже готов заряжать зомби. Я предлагаю не дожидаться, пока они пойдут на наших паладинов, а сразу начинать их бить. Воу! Паладины сами уже пошли на них. Паладины, вы что, тупые, что ли? Хотя ладно, молодцы. Кабан, руби, руби, руби. В этот раз их что-то не особо... Подожди, они в бок куда-то ушли. Паладина гасит, спасай паладинов. Главное, чтобы не умерли паладины, запомни да, это. Да, да. Да я помню, так-то они восстановятся, да. Хорошо, хорошо. Я считаю, можно побольше паладинов поставить, а то их загасит. Стоп! Так, не, погоди, 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 проверяем. Не, в другие двери не ломится. Мне показалось, я уж обосрался. Отлично. Думаю, надо поставить ловушечки. Да-да-да-да-да. Одна ловушечки, да, стоят очень много. Я считаю, мы готовы встречать новую волну. Посмотри, сколько паладинов я наставил. Ну, что, может, тогда даже кофейка попить сходить, чая. Можем отойти, пожалуй. Но подожди, кабан. У нас скоро будут и другие двери взламываться, поэтому зомби-воры, я считаю, их нужно как-то останавливать. И паладинов только в центре нам определенно не хватит. Так есть лучники. Они по сторонам там все раскидают. Надо будет раскидать обязательно лучников, иначе мы не защитим левую и правую дверь. Чё-то пока никаких новых не идет, а где скелеты в незритовой броне? Где вообще все? Мы так быстро справились, что? Но я не зря ловушку-то поставил. Определенно, еще и в двери другие не ломятся. Так. Но слушай, я предлагаю уже заранее. Ломятся. Что? Да ладно! А в эту... Пока нет. Подожди, подожди, надо послушать. Вроде тихо, кабан. Кто-то пукнул. Никого нет, точно? Кто-то пукнул. Солдаты, признаемся! Кабан, да ты был, я же понял уже. Нет. Какой хитрый. Я тут баррикады, значит, поставил. Так, а я... Лучники тут точно ребят встретят. А я поставил еще немножко лучников. Ну, в целом, теперь точно готовы. Погнали. Зомби, можете взрываться. Ой, а где твой дракончик? Не знаю, подожди, он только что был где-то здесь. Так вот он, мой дракончик, за тобой ходит. Очевидно же, что это мой. Это сейчас мой сразу дракончик. Непонятно, что ли. Слушай, как я понял, наверное, булава это гораздо сильнее, чем посох. Потому что ей можно бить очень быстро и Тут босс, кабан! Тут босс! Так, я с ним справлюсь. Я с ним справлюсь, ты бей где? Там. У меня здесь справа, справа. Что, я вижу. Я справлюсь с ним, кабан, я с ним справлюсь. Ну смотри. Смотрю. Надо, просто уже все закончилось, в общем-то. Реально? Тогда иди сюда. Все, я убил его. Я убил босса, хорошо. Ой, скелеты-лучники, те самые неприятные. Они еще и туда зашли далеко. Нормально, дракончик разобрался мой. Не, идет хорошо. Да, согласен. Предлагаю поставить еще и рыцарей с лучниками по бокам. Из этой двери до сих пор пока никто не ломится, поэтому давай обставим эти. Раз рыцарь, два рыцарь, три рыцарь, четыре рыцарь. И в целом вообще класс. Мы больше ничего не можем поставить? Да, вроде больше ничего. Ну, пока ничего не можем, только если продадим дракона. Он вроде стоит много, мне так сказали. На черном рынке можно продать за пару тысяч. Нельзя, нельзя. Он со мной с первой волны, с самого детства. А мой прогуливает, блин, где мой дракон? Да он пошел спать, хотя его вообще убили в последнем сражении вроде. Главное сейчас это не дать убить нам ни одного нашего рыцаря, потому что за каждого мы отдали вообще-то по 250 монет. Вообще-то да, ну смотри, у нас сейчас их огромное, просто при огромное количество и навряд ли они умрут. Хотя вот Шрек, допустим, сейчас точно убьет. Так, тут я всех зачистил, иду к тебе, кабан. Помогаю, помогаю, подпрыгивай, бей критом, кабан, это очень важно. Я сейчас умру, офигеть. Да я тоже сейчас умру, у меня уже меньше половины. Я зомби. Так, убили, убили. Хорошо, все хорошо, кабан, я защитил.
так, я предлагаю добавить лучников штук 20. Кабан! Кабан! Теперь ты точно не пердешь, я слышу звуки. Ставим ловушки. И рыцарей. Хорошо, кабан, все, мы готовы. Посмотри на эту армию опять. Жесть. Подождите, стоп. Этих рыцарей убили? Кабан, нас рыцари убили, я здесь их точно ставил. Вот тут. Да, да, их убили. Так Шрек там очень долго жил. Он там их с двух ударов убивает. Блин, наверное, как мы видим Шрека, надо прямо сразу на него лететь. А то он всех наших рыцарей будет убивать. В тот раз я сказал, что один с ним справлюсь, и это была ошибка. Надо сразу его убивать. Так, Шреков не наблюдаю. Кабан, посмотри, кто это? Чего? Слева, слева, кто это? Бегу! Какой-то маг жесткий. Да где? А, вот он! Бей его! Я первый раз вообще такого вижу. Чего он убивает? Рыцарей! Да и меня тоже, если честно. Че он делает? Бей, бей, убил, 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 убил. Капец. Шреков не наблюдается. Вроде все хорошо. Мы даже не поняли, что он умеет делать-то. Это очень страшно. Последняя волна, кабан. Я думаю, сейчас можно сосредоточиться на ловушках. Мне кажется, все, мы эту волну, ну, точно задефаем. Нам уже, в принципе, без разницы, выживут рыцари, не выживут. Конечно, желательно, чтобы выжили. Там опять этот маг. Он вообще сильный, я не смог в толпе в этой заметить. Подожди, а были скелеты с мечами? О, господи, справа вообще просто властелин колец какой-то. Что? Там прорываются! Прорываются справа! Вообще жесть! Так тут огр и маг! Огр и надо маг. Бить его! Огр маг? Огр маг, да! Нет, я... Так подожди, я не понял, огр маг или огр и маг? Огр и маг! Блин, было бы классно увидеть огр мага. Ну еще может увидим, подожди. Ну нет, наша линия обороны вообще железно справляется. Посмотри, там целая армия еще стоит. Нормально все, да? Да, последний скелетик и готов. Кабан, смотри, мы отогнали зомби уже аж на улицу. И думаю, у нас появились кое-какие шансы отразить их атаку. Это что? Смотри, это портал в ад. Это немножко не ад, кабан. Либо наша земля уже стала адом, либо ты что-то путаешь. Подожди, а зачем нам вообще наверх тогда подниматься? Они, может, поверху еще где-то пойдут? Может быть, лучников поставить? Да мне кажется, они косые. Косожопы и промажут. Либо я надеюсь, ты очень неправ, что они пойдут еще и поверху. Не, поверху вроде нету никаких дверей, поэтому к нам никто, так сказать, в тыло не зайдет. Стой, а они могут порталом пользоваться? Я думаю, что нет, это было бы как-то нечестно. Во всяком случае, к порталу мы их не подпустим. И у нас разблокировалась новая ловушка. Что это такое вообще? Динамит? Это взрыв? Это что? Да, это взрывная бочка. Правда, я боюсь, что она всего одноразовая, поэтому предлагаю поставить и проверить. Вот только одну буквально, давай. Опа. Ставь. О, реально динамит. Ну, да, хорошо. Да, выглядит как бочка. Она же будет каждый раз, каждую волну появляться, новая. Я очень на это надеюсь, кабан, потому что если нет, то это какая-то жопа. Так, подожди, тут всего две двери, мне кажется, если мы расставим лучников и рыцарей, мы спокойно их защитим. По-любому. Так, ставлю на цветочки. Слушай, я очень надеюсь, кстати, что наши рыцари не взорвутся от этого, от этой бочки. А вот это интересно. Проверим сейчас все разом, погнали. Так, они уже выламывают дверь. А, подожди, динамит самим надо взрывать? Ну-ка, как его взорвать? Взрываю, взрываю, бам! О, и да что? Чего? Могло? Смотри, их просто... Ты посмотри, их разнесло на куски. Слушай, я предлагаю на каждую волну по одному динамиту ставить. Это же... Нет, он не появится заново, что ли? Он не появится. Нет. Он слишком выгодный для того, чтобы появиться заново. Он 150 стоит, кабан. Давай здесь один. И вот здесь один, на будущее. Только главное, это вовремя еще подойти и взорвать этот динамит. Иначе будет полная жопа. Надо, чтобы вот они... Так, ой-ой-ой-ой, вертолетики... Ай, динамит взорвался, блин! А кто это сделал? Я вообще не трогал ничего. Я вертолет устрелил. Ах, ты вонючий вертолет. Там нашего рыцаря унесли. Да я вижу! Спасаем его, спасаем его! Беги сюда, мужик! Мужик, сюда беги! Беги! Давай, кабан, давай! Фух, спасли. Все нормально, отлично. Так, ладно, в жопу этот динамит, лучше побольше рыцарей наставим, как минимум сейчас. О, какие-то собаки, целая толпа собак, кабан! Огромная толпа! Вот сейчас мы динамитом ставим! Что это? Они прорываются! Я вообще не ожидал! Чего? Я тебе и рассказывал в предыдущих роликах, что они очень быстрые. Подожди, у них очень мало здоровья было. Походу, у нас даже не умер никто. Да, вот представь, если бы у нас были обычные ловушки, они бы просто бы пробежали. 7 волн, капец. 7 волн? Кстати, с этой двери теперь тоже идут, поэтому я тут еще лучников понаставлю. Так, они проломили вторую дверь почти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько их идет. Ай, опять динамит взорвался, блин. Опять вертолет. Деньги на ветер. Там босс, надо взрывать динамит, Взорвал. Бегу. Взрываем, хорошо. Он пережил его? Ну, конечно, это же босс. Да это обычный дядя переросток. Стоп, все, что ли? Мы уже все?
Не, лучники это, конечно, очень сильно. Лучники это максимально сильно. Посмотри, у нас какой отряд. Каждый раз у нас такой здоровый отряд. Мне кажется, это самые жесткие ловушки. Хотя я, наверное, предлагаю все-таки в следующий раз вообще не ставить ни лучников, ни рыцаря, а посмотрим, сколько мы сможем заставить ловушками. Давай. Мы сейчас с тобой на 9 уровне. Всего их 25 уровней. 25 уровней, представь, что будет на 20-м. Это уже вообще будет мясо. Мне кажется, у нас будут очень жесткие ловушки, и мы сможем ставить каких-то самих боссов. Но за очень дорого. Например, за 1000 поставить мега-рыцаря, как думаешь? Возможно, мага, кого угодно, или Леголас придет, я не знаю, Гендальф какой-нибудь, я... Вот Гендальф очень бы не помешал. Пока что мы очень хорошо, на самом деле, справляемся. Я предлагаю прям вообще все рыцарями сейчас заставить. Их уже просто даже негде ставить. Реально, вообще. Ну, армия у нас прям мега-гигантская. А, опять собаки, динамит это не поставили в этот раз. Ладно, рыцари, рыцари, держите натиск. Да тут уже вообще все, наплевать на все. Да ладно, кабан, отдыхаем, кабан, идем отдыхаем. Просто отдыхаем. Они даже не могут. Мы уже прошли, что? Я предлагаю побольше динамита поставить, рыцарей хватит. Взорвем тут все к чертовой матери. Поехали, кабан. Главное, это вовремя взорвать динамит. А, это что за пчелка? Откуда она здесь появилась? Парни, это душим ее. Пчелка? Душим это ее босс. Всей компанией. Вот это уже настоящий босс. Что? Это реально босс. Я динамит взрываю, кабан. Динамит пытаюсь взорвать. Я такого еще не видел. Взорвал динамит, хорошо. Да у нее вообще полоска не пропала с динамита. Она спавнит пчел. Она спавнит пчел. У нас все, жопа полная, кабан. Я влево иду, тут жопа полная. Вертолеты пролетают. Надо взрывай их убивать. Динамит. А куда делся динамит-то? Он взорвался. Кабан, быстрее ко мне. Ко мне быстрее. Я здесь. Давай. Чего мы не прошли? Нет, мы прошли, но еле-еле. Это вообще неожиданно было. Короче, ребята, потихоньку мы приближаемся к главному тронному залу. И сейчас уровень вообще с каждым разом становится сложнее. Посмотри, они могут пойти слева, могут пойти справа и могут пойти по центру. Да, и тут будет всего 7 волн. А мы с тобой договорились, что не будем использовать больше армию, а будем использовать личные силы и ловушки. Да, а еще и новая ловушка нам не открылась, поэтому сейчас будет очень даже сложно. Что ж, давай обставим хотя бы только вот эту сторону, откуда они сейчас пойдут. Тут прямо очень здоровые туннели, и я даже не знаю, что лучше будет ставить. Ну, я думаю, поставить пока что точно... Ой. Ты чё, челлендж, кабанчик, куда? Вот это я хочу поставить. А ты думаешь, это выгодно? Оно стреляет всего один раз, а вот шипы, они перезаряжаются. Ну тогда еще болотную мину предлагаю поставить. Слушай, да, болотная мина звучит круто. Подожди, что она делает? Очень сильное замедление. Только замедление? Нам нужен урон. А мы его сами будем носить, собственноручно. А если... Подожди, тут же 3 двери, они очень далеко друг от друга. Как мы будем разделяться? Я так понимаю, каждый в итоге будет защищать по своей комнате. Опа, вот так, кабанчик, как тебе? Ты же сказал, говно! Ну, подожди, тут замедление. Смотри, тут замедление, идет толпа, и ее расстреливают с двух сторон. Я думаю, так нормально. Ну так, так должно быть, да, отлично. Ты что, начал? Так, они уже, по-моему, ломятся. Нам, смотри, что дали! Это что такое? Что? Это с босса? Мы можем пчел спавнить, кабан! Ты уже потратил! А, в смысле? Оно не разовое! А, повезло! О, этим смотри. И бить можно! Ты смотри, офигеть! Вау. Да ладно, я не думаю, что нам новое оружие дадут! Смотри, как круто они летят! Как да, они вообще отталкиваются классно! Так вы точно пройдете, смотри! Это жесть! Это так приятно пускать пчел, смотри. Да, очень красиво. Так, давай осторожно, смотрим, откуда они еще пойдут сейчас. Там дергается дверь, нет? А! В центре все тихо вроде, походу только справа опять. Подожди, а ты посмотрел с другой стороны-то? Ну, нету полоски линии, которая ведет, значит все нормально. Я бы на самом деле все-таки поэкономил деньги, а то потом, когда они будут идти со всех сторон, нам нужно будет очень много ловушек туда поставить. Я с тобой согласен, поэтому сейчас ничего не тратим. Давай вообще ничего не тратить и просто сейчас пчелками их уничтожим. Жесть, это очень классно выглядит. Собак, бьем собак. А нам интересно, дадут еще какие-нибудь пушки, я не знаю, ну там. Да, теперь 100%. Каждый раз, когда мы будем убивать боссов, нам будут открываться новое оружие. Ой, как круто. Блин, ну это оружие мне прям очень нравится. Пускать пчел, они просто отлетают сразу на 3 километра, аж обратно. Главное, прикинь, главное зомби в портал не затолкать, это будет фиаско. А какой хоть у нее урон-то? Даже вот не посмотреть. Ну, наверное, она сильнее. Ну, она, конечно, сильнее. Посмотри, как легко мы справляемся. А, в смысле? Так, кабан, давай, ты иди сюда, а я буду...
Будут защищать там, где жопа. Давай, кабан, иди в ту сторону, иди в ту сторону, да кабан. Я думаю, ты не сможешь тут ничего сделать. Кабан, я справлюсь, иди в ту сторону. Иди в ту сторону, кабан. А тут мои пчелки. А тут никого нет. Тогда беги сюда, кабан. А может, они уже прошли? Подожди, а может, они уже прошли? А ну иди, смотри у двери. Нет, они не могли так быстро пройти. Так, кабан, ничего, я почти всех защитил. Нет, тут вообще никого нет, я опять зря время потратил. Все хорошо, кабан, я почти все. Остался только здоровый. Да вообще легко, посмотри, тут еще и подъем очень долгий. Так что я думаю, в любом случае было бы все нормально. Так, все, поставлю сюда хотя бы эти ловушки. По центру, ломятся? Не-не-не, все чисто по центру. Так, отлично. И здесь еще поставим колышки. Оставляем деньги, я думаю. Начинаем? Да, секунду, кабан. Ладно. Ладно. Так, идет вроде кто? Никого. Вроде никого, вообще никого. Значит, надо бежать. Опять никого. Надо бежать, кабан, быстрее, портал. Что? Чего это за армия? Давай, кидай пчелок. Отталкиваем их обратно, откуда они вышли. Ко мне прорвался. Ничего, дракошка нам помогает. Так, тут все нормально, проверю ту сторону, проверю ту. Я просто кидаю пчелы. Слушай, ну как-то вообще слишком легко. Из центра, по центру. Все, кабан, все деньги сейчас спускаем абсолютно сюда. Абсолютно все деньги. Ну прям вообще все. Я считаю, что нужно ставить шипы, потому что мы пчелками накидываем их обратно на ловушки. А, я... Ты что сделал? Ты что? Я думал, ты там уже все поставил. Я же продал. Я мастер шипов, но не мастер скорости. О, офигеть их тут. Давай, душим пчелами. Накидываем на шипы обратно. Да ты посмотри, сколько сильных скелетов. Да, вижу, я воду скидываю. Я их в воду скидываю, кабан. Они там застревают, скидывай их в воду. Сейчас будем скидывать. Ой, я надеюсь, сбоку-то не идут вообще, а то жопа полная. Там маг, идиот. Ничего, справимся, у меня пол хп нету, но все нормально. А, идут со сторон, со всех сторон идут. А, нет, с этой тоже идут. С этой тоже идут, кабан. У меня хп вообще нету. Кабан, мы в жопе. Кабан. Нет, я не такой дефол. Ты такой, кабан, не дефол. Да я дефол, все нормально, успокойся. Это были обычные зомби, кабан. Но их было много, я был один. Давай, кабан, они уже у дверей. Они уже у дверей. Да все хорошо, они нам вообще ничего не сломают. Ты посмотри, какие мужчины. Что такое, что за ураган? Это маг еще фигачит, надо мага убивать как-то. Давай. Нет, меня маг убил уже в третий раз. Все, я на мага пошел. Я пошел на мага, кабан. Я пошел, он спавнит скелетов, вот в чем прикол. Понятно, надо было его сразу убивать. Да, что-то я не знал, что он скелетов спавнит, но мы вроде справились, кабан. Все, да я тебе говорю, что ты паникуешь вообще. Слушай, я предлагаю на крайний случай сделать вот так. Вот так, на супер крайний случай. Да, хорошо, я с тобой согласен. Так, скорее всего, короче, смотри, я предлагаю продать все ловушки, которые стоят в начале, и поставить здесь все, чтобы мы все видели и контролировали. Все, продаем. Слушай, как думаешь по поводу ловушек пружин, которые будут сталкивать их в воду? Слушай, они там вот очень странно вот работают, и это рассчитать очень сложно. Ну давай проверим. Вот так я поставлю. Хорошо, давай поставим с двух сторон. В принципе, у нас денег много, можно и проверить. Так, ладно, вокруг здесь еще баррикады расставим. Ну, я думаю, мы готовы. Надеюсь. Все, погнали. Фух. Сейчас или никогда, просто. Это еще не последнее даже. Идут уже маги. Надо мага убить. Все, вот буквально любой ценой надо убить мага. Он спавнит скелетов, и причем очень много. Сейчас я стреляю по нему. Надо, чтобы он прошел. А, кабан! Я упал в воду. Кабан! Как вылезти? Где вы? Кабан, заплыви, здесь заплыть можно. Быстрее, кабан, я мага убиваю. Да куда плыть? Да вот тут наверх водопадик. Кабан, они уже проходят. Тут вообще никакого водопадика нет. Кабан, напиши килл, сделай что-нибудь. Кабан, пожалуйста. Да зачем ты просто в чат килл написал? Кабан, мы в жопе. Динамит не активируй. Динамит ни в коем случае не активируй. Я не активирую. Все хорошо, смотри, им как плохо. Ау, пока им очень хорошо. Динамит. Давай, динамит, да, взорвался. Ух, я взорвал, я взорвал. Задний взорвался еще. Блин, надо их не рядом ставить, значит. Ух, потихонечку. Я так нормально проплавал все время, а ты паниковал. Да, спасибо, кабан, я в итоге всю волну один затащил. Так, я считаю, вот тут надо продать все ловушки и поставить их пограмотнее.
Я своим мастерским появлением вывез всю ситуацию. Главное, кабан, пожалуйста, не упади в воду. Мне было очень страшно. А, опять маг! Опять маг! Так, я предлагаю мага взорвать, как только он подает динамиту. Вот в целом можно сейчас, если пройдем. Давай, я взрываю! Взорвал! Маг жив! Как никогда! В смысле жив? Прошел скелет! Ну, он выжил. Мага убиваем! Меня убили. Подожди, у нас уже пытались по бокам пройти, прикинь, мы собак убили еле-еле. Серьезно? Наши ловушки справились с собаками, да, если бы они пробежали, это было бы вообще ужасно. Они бы нам дверь очень быстро бы сломали, вообще очень быстро. Так, я бью мага как могу, просто. Ой-о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 й-
народ! Ничего, ничего, у нас есть динамит, у нас есть динамит, который вот, вот желательно вот скоро уже активировать. Вот, иду, в принципе, даже... Иду. В принципе, даже вот сейчас активировал! Это тоже надо! Кабан, все там здоровый! Нормально. Там здоровый кабан! Здоровый кабан! Не здоровый кабан, а кабан там здоровый! Я в лаву упал! Кабан! Мы умираем с тобой вообще по КД! Я не знаю, как это защитить! Давай, бей его! Он наша главная проблема! Мы его сейчас на это загоним! Почему ты молотом бьешь? Взрываем! Кабан, не помогло! Мы же сильным очень! Ух, фу, фу. Хорошо! Да ладно, мы справились, боже мой. Кабан, у меня очень плохие новости. Несмотря на то, что мы только что отразили гигантскую атаку зомби, они прорвались на наш оружейный склад и склад с нашими припасами. Они уже здесь! И если они прорвут это место, мы точно проиграли войну. И тогда нам полная жопа, но это уже будет в следующей серии. Да, ребяточки, не забывайте подписываться на наши каналы и обязательно ставить лайки. Приятного до свидания. Приятного до свидания. Всем приятного до свидания. Всем пока. Ну и большого кабана, естественно.